Памятный турнир имени Виктора Бевзюка – это как раз тот случай, когда главное не победа, а участие в соревнованиях. Благодаря им память в широких кругах о человеке, о его заслугах продолжает жить. И Виктор Никитович был именно таким профессионалом своего дела, имя которого не должно быть забыто. Его организация профессиональная, она славилась не только качеством образования, но и спортивными достижениями. В 2006 году Оренбургский автотранспортный колледж признан лауреатом конкурса «Золотая медаль. Европейское качество» в номинации «100 лучших СУЗов России», а его директор Виктор Бевзюк отмечен почетным знаком «Директор года». Он не боялся экспериментировать в области не только науки, но и спорта. Именно Виктор Никитович стал инициатором появления в Оренбурге первых секций по гандболу и русской лапте. Активно поддерживал футбол в родном образовательном учреждении. Многие из старшекурсников, участников первого памятного турнира, свое обучение в колледже начали еще при Викторе Бевзюке и помнят, каким он был человеком. Очень добрый был человек, помогал всегда. С учебой проблемы, если поможет, чем сможет. Хорошо это, что проводит такой турнир. Вот спасибо спонсорам. Стараться работать на государство, чтобы россияне жили немного лучше. Для этого все у нас есть. Под таким девизом жил и работал Виктор Бевзюк. Человеком дела запомнили его друзья и коллеги. Всем остальным напоминать о заслугах Виктора Никитовича будет памятный турнир, в котором пока участие приняло 4 команды из различных колледжей Оренбурга. Начиная с этого года соревнования станут традиционными в спортивной жизни Оренбурга, а значит увеличится и количество участников. Светлая память Виктора Никитовича продолжается в его делах, в его студентах и, конечно же, в самых хороших традициях российского спорта и российской науки. Александр Сергеев, Георгий Бурлуцкий, новости дня.